А накануне в Сибирском регионе прошла целая спартакиада среди будущих защитников Родины. 5 дней учащиеся высших и средних учебных заведений Сургута соревновались по военно-прикладным видам спорта. Кому достался главный кубок, знает Виталий Торопов. 12 команд из средних, специальных и высших учебных заведений вышли на так называемую тропу войны. Быстрее, Ваня, быстрее! Быстрее! Руками шевели быстрее, Ваня! Газы! Лоб! Помимо метания гранат, сборки и разборки оружия, в финальную эстафету вошли труднейшие испытания. Полоса препятствий, надевание костюма химзащиты и даже биатлонный этап. Цель одна – увести с собой главный кубок спартакиады. Если он завоевывается на протяжении 3 лет, он остается в учреждении навсегда. И вот поэтому присутствует постоянная борьба, соперничество между командами. Официальных нормативов нет. Главное показать наилучшее время, совершив как можно меньше ошибок. Второй немаловажной целью соревнующихся, как выяснилось, была и остается подготовка к долгожданной службе в армии. ВДВ хочу. Почему? Отец говорит. Все там классно? Ну. А сам как думаешь? Куда родина позовет? Причем все до единого из этих юных защитников Родины пришли в свои школьные и вузовские патриотические отряды без чьего-либо давления. Сам добровольно. Навыки для жизни пригодятся. Тем более в армию еще идти. Для жизни? Для жизни? Куда стрелять из себя? Мало ли. Здесь ребята в основном те, которые, можно сказать, немножко фанатеют даже этим делом. И их из года в год увеличивается и прибавляется. Вот это радует, конечно. Без защиты не останемся? Нет, нет. Надеюсь, нет. Несмотря на то, что в последние 2 года лидерство и основную борьбу между собой удерживают команды из Сургутского профессионального колледжа и 3-го лицея милиции, остальные участники настроены вполне по-боевому. Всем хочется здесь победить. И вот сейчас будем стараться на первое место выйти. Или хотя бы войти в тройку. Ты в армию собираешься? Конечно. Желательно спецназ, но... Спецназ или можно еще в разведку? Не мелкий для спецназа? Вот для спецназа мелкий. Но все равно хочу, да? Но все равно, да, конечно. Сенсации по итогам спартакиады все же не случилось. Главный кубок увезла команда «Росич» к себе в Сургутский профколледж. Виталий Туропов, Константин Алиев, Сургут, Интерновости.